Вода, парное молоко. Мои девчонки там купаются. Класс вообще просто. Si rimane piantato così davanti ai muri, poi pum, salta la fila. No, è Кстати, половину людей, которых вот нет на лежаках, они ушли кушать. Там есть, типа, если с собой приносите, да, там есть микроволновки. В микроволновках можете разогревать, и столики стоят. То есть, если узнали Сашу. Узнали Сашу? Да. Так она уже видео год не делает, а ее до сих пор узнали. Но у нее все равно канал растет, даже если она не снимает. Я смотрю медленно, но растет. Что ты хочешь, фрукты? Да. Идем брать. Фрукты. Холодненькие, там с арбузиком есть. Ай, подожди, бежим. Бляха-муха. Идем там фонтанчик помочь им ножки. Какой сегодня прекрасный день, София. Скажи. Идем. Блин, там вода такая теплая. Подожди, здесь вот краник есть. Кстати, мне надо делать... Нету, да? Надо делать маникюр. Этот, педикюр, ну и маникюр тоже. Потому что... А, мне говорят, что вы здесь без тапочек, девочки? Потому что я пришла... в шлепках, которые мне подарила Люба, Майкл Корс, я не хочу их мочить. Потому что мы шли через центр. Идемте фрукты возьмем. Там фрукты там есть. А куда ты пойдешь? Нет, у нас много. Тут ей будет интервью давать. Саша, через 20 минут здесь. Кушаем. Почему я под плоту, я кушаю. А ты такая радостная, что ты платишь, да? Нет, не очень рада. Почему, когда был обед, ты все скушала вместе, Саша? Спасибо. Мам, я сказала, не купи очень, а ты купила очень много. Не очень, очень много. Тебе жалко? Нет. Ну жаба давит. А это что тебе показалось? Смотри. В общем, закончился арбуз, да, арбуз закончился, и такой вот фруктики холодные. Они холодненькие? Чуть-чуть, да, чуть-чуть нет. Ну давай, кушай, будем делать интервью. Да, покажи, как красиво. Да, здесь красивенько. Просто что последний ряд, ну море очень теплое, классно, обожаю. Кушай, дай мне попробовать одну. Киви. Ну давай. Киви вкусно. Вкусненько. Кушай, приятного аппетита. А здесь есть вот эта дыня. Мне нравится больше. Да, дыня. Я всегда дома кушаю. Мы много дынь кушаем. Да, арбузик маленький я покупала, он неплохой был. Мама, хочешь попробовать дыня? Давай, спасибо. Вкусно. Больше, лучше, вкуснее. Я знаю. И потом здесь вот это, но это очень мало. Виноградик. Ничего. Нет, песка. А, песка? Песка. Сливка это. Это сузива. Переключаемся. Мы уже поели, попили. Сидим с Софией. Я делаю пиццу, спит. Сашка убежала с друзьями. Девочки, мальчики, вы у меня спрашиваете. Ой, жарко так ручку давать. Вы у меня спрашиваете, почему я не найду себе спутника жизни мужчина? Почему я не хочу? Ты не хочешь? У тебя уже любимый мужчина. Подожди, тебе там видно? Мы видели, как он сделал. А как он сделал? Не очень красиво. Некрасиво? Неприятно. Неприятно? Так а ты не хочешь, чтобы у мамы был жених? Да, но он должен быть красивый. А зачем мне красивый? Почему я должна смотреть и говорить, как красиво. А, какая красивая пара, да? Да. Потом он должен молодец быть с мамой. Нет, он должен купить цветы. На день рождения должен платить, когда мы будем кушать. Тогда надо русского искать. Почему? Потому что итальянцы не такие. А нет, мам, одну бир, ты помнишь? Один был у меня такой? Да, карлиска. Нет, я чуть-чуть. Чуть-чуть, а то ж поверят люди. Ну. Потом он должен... купить подарки мне и Саше. Почему? Почему мы твои дочки, мы должны любить, не только ты должна любить. А, он должен не только меня любить, и тебя, да? Да.
почему мить сначала даже не любить его, а потом он должен любить нам, а потом тогда ты можешь. И любить его, да? Да. Потом надо, что он подарил телефон мне. Телефон Саша. Тебе? Так это тогда уже получается какая-то консумация. Нет, мам, ну подарочки, я говорю, какие. Что, каждый день, что ли? Нет. А если у него нет денежек? Вот он хороший мужчина, он будет молодец. Нет, денежки. Ты всегда мне говорила, что если у меня не были денежки, я должна идти к помидоре. Если нет денег, идешь, собираешь помидоры, да? И он может... Пойти собрать помидоры, или тебе нравится дыни, пусть собирает. Да, дыня. И будет нам домой приносить дыньки. Нет, мама, ну один это не очень. Масиму платит картошкой, а он будет платить дынями. И Карло Порто. Карло Порто. Из Гучино. Не знаю, что Карло Порто. Ничего. Ничего. Нет, он должен быть красивенький. Молодец. Молодец, потом. Потом. Добрый. Да. Хорошо. И со мной должен быть добрый. И с тобой, Саша. Хорошо, должна обещаться все. Еще знаешь, что должна делать? Да. По утрам, нет, подожди. Я знаю, делать кушать за меня. Делать кушать? Нет, это не надо. Меньше потом... жрешь, лучше спишь. Слушай, знаешь, что он должен делать? Он должен каждое утро... Целоваться. С кем? С тобой. Только по утрам, ночью нет. Ночью спать надо, отдыхать, а то круги под глазами. Да. Смотри, знаешь, что он должен делать? Он должен... Купить цветы. Да, ты уже говорила цветы. Перед тем, когда... Одежды. Одежду, ну ты понятно. Трусики. Короче, он нас содержать. Короче, нужен мужик содержания. Смотри, он должен... Да, привезти на море. На море привезти, слушай. Он должен... Купить мороженое. Ну подожди, что так мелко берешь? Самое главное, да. Пока мы спим все, мы принцессы спим... А должен мыть полы. Помыть полы, чтобы мы... Ну да, мама же каждый день моет полы. И берет какашки. О, ты же меня не дала, видишь, да, пять. Ты прям мои мысли прочитала. Он каждое утро, слушай, как пока мы спим, убирает какашки от кошечек и моет им глазки. И делит обед. И моет глазки кошечкам. Да. Только потом мы встаем. Мам, я не хочу, что он трогает Машка. Не хочешь, чтобы он... Тогда, кто хочет, пусть напишет сзади. Да пусть напишут. Да, и оставит так номер. Они скажут... А потом я буду выбрать маме, и маме скажу. Слышишь, так это самое, сейчас скажут, что мы с тобой хабалки, что так нельзя делать. А почему? Ну, потому что он должен купить телефон. Чуть-чуть? Да. А, шутим? Да. Не, мам, мы ну не как шутим. Не может купить подарок? Почему? Скоро мой день рождения, надо подарок. А, ну подарок. На день рождения, понятно. Да, и потом есть Санта-София, потом есть... Так мы тебе мужа выбираем или мне? Тебе. Так ну, а чем... он должен, что я любила, да? А ты что, любишь только за подарки? Нет, ну, сидит хорошо. Ну, так он же может хорошо, он может тебе говорить, помогать тебе уроки учить. А я не хочу, я сама могу делать уроки. Пусть он приезжает кушать или на море, или тогда нам нужен Альфонс, тогда нам нужен какой-то миллиардер. Мам, ну, почему ты делаешь вот так? Как? Не говори. Грубо. Миллионеры. Мам, нет. Не надо миллионера? Нет. Жан-Лука Ванини. Ах, Лина. Да. Так он и нам и танцевать будет. Я хочу кушать, не танцевать. Ты хочешь кушать, не танцевать? Потом он должен носить меня по руке. Слышишь, немного он должен нам, но не танто. Нет, почему? Мы там, наша дома. А, он у нас дома будет жить? Да. Потому что он бедный, тогда у него что, дома нет? Пусть тогда он нас всех забирает к себе домой. Да, ну мы попросим машину. На бензин. А мы ему на бензин будем давать? Да. И он будет сидеть с нами, с красивой девочкой. А, ну это как вариант. Да. А потом мама будет любить его. Любить буду? Да. Ты хочешь? Любить? Да. Ну сейчас последнее время, София, что-то я устала, только любви не хочу. Я устала, мам. А ты-то что устала? Почему? Я только кушаю. А, ну ты от еды устала, а я от любви. Слушай, София, так какой нам нужен он? Какие глаза у него будут? А, черненькие. Зачем мне черненькие? Еще не хватало. Голубые. А какой он будет, толстенький или красивенький? Толстенький, как меня. Почему? Если он толстенький, это как... Он не заметит, что ты толстенькая. Нет, он знает, как делать кушать. А матричана, а карбонара, паста колапанна. Ага. Ты понимаешь? Я да. И торт, или он, и он не может идти. Так он когда работать будет ходить, если он утром встал, да, убрал какашки. Так... Пока я не хочу, что он подожди, идти. Значит, встал утром, убрал какашки, помыл глаза котам, потом помыл полы.
Потом приготовил нам кушать. Пошел за, нам за подарками, за цветами. А когда работать он будет? Потом нас на море повез. Когда работать? Когда мы будем спать ночью. А, так а он когда будет спать? Утро, когда он все сделает. Так когда он все сделает? На море нас отвези, с нами посиди. Цветы нам подари. Ну потом, когда он не, ну будет, давай, вот, смотри, мы будем разговаривать. Смотри, давай, вот, давай смотри. Если вот, вот сенса скерца, вот не, без шуток. Вот мама твоя, мама найдет себе другого человека. Вот ты как воспримешь? Ты хочешь, чтобы мама был жених? Не очень. А что? Почему? Потом ты должна делать подарки ему. Нет, я серьезно говорю. А что я могу делать подарки? На день рождения. Нет, ты должна любить меня. И Сашу, и Сашу, да. Софию. Ты, ой, ну, ты уже все сделала, тебе не надо. Уже дети есть, да, понятно. Вот здесь есть карлик, что он тяжелый. Карлик есть? Да. Почему он очень тяжелый, он там, туда, мы должны настить. Хорошо вот так. Ну, если вы хотите, моя мама, вы написаете, я смотрю, и потом, когда я выбрала, вы можете отправить фотку ваша, как вы сказали, фигуры. Да, фигуры, я посмотрю, потом я говорю, кто... Короче, значит, нам какой нужен? Нам нужен, чтобы был не альфонец? Да. Чтобы деньги так были, да? Он красивенький. Деньги, очень деньги. Почему? Пожрать надо, да? Диня вам пожрать. Потом. Добрый. Маленький, добренький. Не маленький, высокий, а молодой. Высокий. С голубой голосой. Дальше. Да. А потом капели, как мы воле любим. Говорит, волосы, как он захочет. Так а мы, я белый, рысенький, мне нравится. И потом все с машиной. На машину, ну, только почему я не хочу идти пешком? С машиной, да. И, да. Чтобы, и чтобы он, как он с мамой, как он маму называть будет? Марюн, Марюн. Не надо, меня уже один называет Марюн, Марюн. Моя девочка. Будет мне говорить, да? Да. А тебе? Софиечка, идем кушать. Софиечка, а Саша? Сашенька, Саша Лайф. Ой, я не могу так. Короче, а где он будет жить? С нами или мы к нему поедем? Он с нами. Почему? У нас места мало. Ну, почему вы так? Вы будете... Так давай поедем к нему. Пусть у него будет несколько комнат, у тебя будет своя комната. Тогда напишите Марина Иванова YouTube. И потом вы опишите фотку за деньги и за вашу фигуру. А потом я... За деньги? Посмотрим. Тогда получается, что мы с тобой мелочные, только за деньги думаем. А где же душа? Так, мам, слышно. Деньги надо, даже должны платить билеты, газ, а, ну, свет, газ. Не, когда он должно что-нибудь деньги, если он ничего, а, ну, не да, делает. Это, да, все мама делала постоянно. Да. И шо, а женихи мамины что делают? Куда лазят? Ничего, они лазали там. В холодильник. Там, говорит, лазили. В холодильник лазили? Да, и потом... Ночью я... лазили, да? Да. Наш холодильник. И потом, когда ты спросила, никто не говорил ничего. Никто не сказал, кто пожрал. Да, ну, потом... А мы знали, кто, да? Да, почему? Когда мы открыли свою комнату, там было все покрыто. Все покрыто, короче. Почему? У нас были только толстенькие кролики, как Миша и Орцо, Маша и Орцо. Маша и Медведь. Да. И ничего, тогда он должен быть маленький, почему? Уже я кушаю, я не хочу другого. Быть маленький, это значит... Нет, магро. А, худенький. Да. А я худеньких не люблю, мужиков. Тебе нравятся толстенькие? Да. Киски. Мне нравятся толстые, ну не толстые, а такие... Как карлик. Не, ну карлик что-то вообще уже... Не, карлик в последнее время, знаешь что? Нет, карлик вообще наглел. Ну, он обнаглел. Но он, знаешь что, он немножко стух, у него нет вот этой вот энергии. Мне, кстати, написали, говорят, мы смотрели ваши видео, ну, типа, старой давности, говорят, вы там счастливая. Девочки, я сама себя развлекала. Я сама себя тешила надеждой, верой и любовью, что все изменится, и мы будем прогрессировать, чего-то добиваться вместе с человеком. Тогда, когда я увидела, что никакого прогресса нет, а толку тогда, знаете, лучше я буду одна, чем вместе с кем попала. Ну, это я так, в кавычках. Мам, покажи, что я тебе купила. Платьишко. За мои деньги ультра. Кузнечко. Последнее. Да. Я сказала, что за это я потом ничего не куплю. Сядь, вот это ровненько. Не покажи, мам. У меня есть живот. Ну и что, ты же хочешь мужа мне толстенького? А, ты хочешь худенького? Такое...
платье, оно немножко, конечно... Ну, это я купила, почему? Ну, там тут не, за мальчики носят новые. Мальчики африканские, носят они. Нет, мам, дешево это продают. Я тебя купила за твой новый мальчик. А, для моего нового мальчика. Смотрите, вот такой вот материал. Не знаю, ну он, конечно, оно красиво, сюда шортики под него, если эластичные, будет очень классно. Но немножко жарковатое, но в принципе, просто чтобы по городу в купальнике идти и в платье. Ну не знаю, напишите, если... Ой, извини, пожалуйста, поснимай меня вот так, я покажу. Смотри, меня здесь видно? Да. Худенькая моя мамочка. Подожди, ноги давай. Подожди. Сейчас, дочь. Ждем моя мама, он продавает ретики, браслетики, шапки, и никто не нужно. Он остановится и просит, ну если мы не остановим, почему ты должна просить? Давай. Ну, красивенько. Пожалуйста, моя мамочка. Да, покажи, и они скажут. Доча, спасибо огромное. Тебе спасибо. Ты осталась без денежек, ты теперь будешь сейчас домой. И пока ты домой не пришла, ты веселишься. А когда ты сейчас домой придешь, посчитай, сколько денег. И я буду кричать. Ты будешь нервничать. Смотри. Ну, мам, мы не очень заплатили. Я не очень заплатила за это, мам. Тебе, что ты хочешь, тебе подарю. Ничего, смотри, жениха найдем, смотри. Да, очень, я выбрала. Наверное, по городу нельзя мне. Мам, ну зря, смотри. Не, если не ходить под... Смотри, если не идти через центр, через Корсетарию, можно, в принципе, сесть на автобус, потом там пройти 2 минуты, поменять автобус, и ты уже на море, да, так можно. Но если ты возвращаешься домой, и тебе надо идти через центр, то, наверное... А я пошла, я сейчас одевала, я пошла с этого дома. Слушай, я бы тоже пошла, ты знаешь, я вообще ж помороженная. А я видела, когда я пошла дома, когда была здесь Леонардо, на море, я видела девочка, что она вот так, какой я тебе посмотрела. Может быть, они для машины шли? Нет, слышь меня, я тебе хотела розовый, да? Ты меня снимаешь, ты меня видишь? Да. Ты помнишь, что я тебе хотела купить розовый? А я тебе сказала, что это я хотела. Почему ты не выбрала? Ты зеленый мне хотела? Нет, и розовый. Вот так, наверное. Когда были в другой. За Маргариту будешь смотреть, и красивая. Все равно огромное тебе спасибо. Ты знаешь, я поморожусь, я в нем даже, может, не знаю. Можно в нем домой. Так, напишите все на мою маме, мам, давай. Что? Поставить лайк. Не забывайте ставить фотку. Колокольчик под видео, тогда вам будут приходить все напоминания, когда выходит только видео. Пишите комментарии плохие, хорошие, высказывайте, самовыражайтесь. Все. Людей так много набежало, конечно. Но я как-то интересно сижу, мне, по-моему, только одни колени загорают. Больше ничего не забирают. В общем, у меня это самое. Я вот это вот предпоследний раз говорю. Смотрите, видео называется, когда я по базару ходила, итальянский базар. Я там кое-что сказала. Я больше не буду это повторять, потому что когда я что-то говорю, у меня потом не получается. Как будто как сглазили, знаете. Поэтому просто еще раз то видео пересмотрите, хотя бы там начало. Вы очень красивая. Вы поймете немножко там примерно, о чем я говорила. Вот. Но у нас начинается новая жизнь, да, София? Да, и с мальчиком. Все, пу-пу-пу. С мальчиками? Да, твой мужик будет. Так а где мы найдем мужика? Мам, я тебе уже сказала. Я сегодня... не хочу в интернете мужиков искать. Тогда я хочу реально. Что? Сосед? Не надо мне соседа. Он старый. Сюда. Никуда. Да, нет. Я со старым. Надо молодого, красивого. Ты сама сказала, что красивый был, худенький. Голубоглазый. Он старый. Нет. Памперсы меня там нужны. Не негатива, я вам реально хотела жить. Идем, подожди, посмотри, там Македонии нету в этом самом. А, ты не хочешь Македонию? Еще нет. Морожка, смотри, какое интересное, вот там, где нога, типа, морожка, как нога. Вот это вот.
Вот, которая тут нога. Ты сегодня приедешь домой, да. И ты будешь плакать, что ты потратила все деньги. И ты будешь нервничать завтра. А ты мне будешь отдавать, давай? А как я буду отдавать? Нет, 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 нет. Ну скоро мой день рождения будет. Ну, вот когда я мужика найду себе, хорошо? Когда мужик тебе за меня... Мама, почему мне надо денежку чуть-чуть? Она очень много стоит. Мама стоит много? И Саша очень много. Слышишь? Покажи, что я хочу. Ну не знаю, заказывай сама, да чётко. Без беленький не нравится. Ну и все, бери беленькие. Мам, ну не знаю. Значит, не бери. Я хочу сок. Бери тогда сок, у них нет, есть сумма. Нет, а если я хочу мороженое? Смотри, смотри, у них есть вот такой вот сок, видишь? Да, мне не нравится. Фруктовый это. Есть, фруктос, оранчон. Если я хочу пару коктейль кола фрукта. Ну спроси, если не делаешь. Сейчас я посмотрю, здесь уже все закрыто. Видишь, здесь только панини остались. Ну ты жрёт, давай сейчас. Нет, нет, все, София, жрать хватит. Там и пицца есть. Нет, все, бери себе, спроси, если не делаешь. Все равно я плачу. Ну и что, что ты плачешь? Спроси, если делают фреш. На фрукта, сука, спроси. Okay. Ну спроси, я не знаю, вот они все, что делают. No, спасибо, вот написано, фреш.